Витебск встречает на этой сцене автор-исполнитель Леонид Телешев. Добрый вечер! С мужиками на рыбалку, с мужиками на охоту. Мне сегодня даже выпить почему-то неохота, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе, у нее глаза как небо, а улыбка солнца лучик. Я же с ней ни разу не был, но закрыли небо тучи, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе, я уже по ней скучаю, этим очень озабочен. Вслух уже стихи читаю, получается не очень, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе. На-на-на-на-на-на-на. Почему-то мне. Девочка на белом мерседесе, ведь мы всегда в лесу о бабах. С бабами о лесе только снится почему-то мне. Девочка на белом мерседесе. На-на-на-на-на-на-на. Радио «Шансон», телеканал «Шансон ТВ» и туроператор «Амботис Турс Сервис» представляют. Бархатный шансон сегодня в моде. Все хотят на фестиваль попасть. Очень популярен он в народе. И вполне понятно, это страсть. Море, солнце, пафос и шансон. С 3 по 9 октября фестиваль «Бархатный шансон» на Кипре в городе Пафос. Проведите незабываемую неделю в роскошном отеле «Coral Beach» в компании ваших любимых исполнителей. «Бархатный шансон» – песни, согретые солнцем души. Заказ туров по телефону в Москве 649-8599. Информационный партнер – газета «Московский комсомолец».